А как думаете, какой следующий этап в освоении космоса человечества? Ну, мне кажется, говорят же, на Луне это воду нашли. Мне кажется, перспективы у России хорошие. Все будет. На Марсе должны высадиться. Еще что-то может? Ну, так вроде все, наверное. А вы бы хотели бы на Марс? Я? Да. Хотел бы. А хотели бы сами побывать в космосе? Нет, мне на Земле хорошо. А как вы думаете, какой следующий этап освоения космоса? Может быть, полет на Марс или туристические поездки? Да, я не думаю, что у нашей страны сейчас есть время об этом думать. Ну, а в будущем? Ну, возможно, я надеюсь, что люди будут сохранять нашу планету, а не пытаться найти жизнь где-то еще. Я причастна каким-то образом, я на Байконуре школу закончила. А как вы думаете, и видела какой... всех космонавтов воочию, так как вас сам. А как вы думаете, может быть, какая-то фантазия станет реальностью, допустим, переселение человечества на другую планету? Конечно, все является реальностью, все фантазии осуществляются. Писателей, фантастов, ученых, в фильмах даже вот предсказывают очень многое, случайно даже. Хорошо, спасибо большое. Вас тоже с праздником. Спасибо получается. Большое. Хотели бы сами побывать в космосе? Хороший вопрос. Наверное, да, чем нет. А как вы думаете, какой следующий этап в освоении космоса человечеством? Ну, ожидаем полет на Марс. Какой угодно может быть. И на Марс, все что угодно может быть. А полезные ископаемые, как думаете, будут добывать? Ой, да я что-то против. Неужели у нас тут недостаточно всего? Итак, понарыли, еще там будем разрывать. Это очень много информации по поводу, реально это все, нереально. И вообще, говорят же, на Луну, что никто и не летал. А как думаете, какой следующий этап в освоении космоса человечества? Ну, я думаю, наверное, попробуем все-таки полететь на какие-то ближайшие планеты. Для начала мы должны все-таки попасть, наверное, на Луну с высадкой, с возвращением обратно. Следующее – это освоение Марса, чтобы вернуть все это дело... Юпитер, Сатурн. Перенаселение на Марс. Подходит? Вы бы хотели побывать на Марсе? Да. Марс. Да, мне тоже кажется. Путешествие на Марс? Да. А вы бы хотели бы на Марс летать? Пока нет. В будущем, может быть, да.